Вот я думаю, покупать плаг. Ну, я уже купил, конечно, но правильный ли я выбор сделал, это, конечно, вопрос. Это максимально вопрос. Да, сука. Едем маму, мам. 47 мяк. Едем маму, надо брать дома. Брата-та-та-та-та, маму, надо брать дома. Папа, да, акат. Знаешь, где самый приятный курс? Робокс Кэмп. Надежный уже сайт по продаже робоксов, которому доверяю лично я и тебе советую. Один из приятнейших курсов, так что покупать здесь выгодно. У сайта есть свой ВК и Дискорд сервер. Там происходят регулярные розыгрыши на робухе. Не дай себя обмануть фейковым доменом, а переходи на него только по моей ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Робокс Кэмп. Крепкий сайт для нас с тобой. Привет, меня зовут Андрей, а тебя как звать? Я чеченец. Меня зовут Алан. По названию ты understand то, что сегодня у нас будет The Ключ, The Key, как там его называть, мистер президент. Что-то нихуя на президент не похож. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Хуяк. Ты человек, нахуй. К сожалению, на этом человеке NPC я не могу тебе ничего показать, потому что там скиллы, которые... Ну, не показывается, да, не на неписях, которые не работают на неписях, поэтому мне придется брать своего подопечного. А вот он, как говорится, ну привет, я... Хуй в рот сували, я хуи сосал, меня оставляли сосать писюны, я писюны сосал. С чего хочу начать, так это с кликов. 4-5 урона, естественно. А дальше, эрка, это барейдж финишер стандартный. Тэшка, что у нас сделала тэшка, я тебе потом расскажу. Это тэшка, когда ты в комнату человека засовываешь, тогда тэшку юзают. Игорь что делает? Игорь тоже юзается в комнате, он рестокает своего противника или друга, ты можешь засунуть друга в комнату, да, и ретейкнуть, то есть восстановить ему здоровье в его комнате. Ну, короче, командный стенд, ты понимаешь. Что такое джишка? Джишка тебя превращает в улитку, ой, блядь, черепаху и... Все, по тебе мало урона наносится. Два урона... Получается только... Тут еще меньше урона наносится, но ты здесь и медленнее. Это что скилл на X. Теперь начнем, получается, уже с комнаты. Комната у нас это Ешка. Ты человеку захуяриваешь в комнату, нажимаешь вот это рестокнуть, вот это его ударить, достать его сразу же, ну, на землю, блядь. Получается скилл Z. Зажимаешь Z и... Рестокаешь его сюда, и сразу в комнату типа, не получится его засунуть, потому что там идет своеобразное КД. Потому что ты понимаешь, да, ты можешь вот так засейвить своего этого, блядь, ну, друга. И на и Ашку, это ты сам тэпаешься в комнату, где ты можешь тут и самого себя, естественно, похилить, и самому себе, конечно же, и въебать. Вот так, да? Въебашил себе по 40 урона, и нормально, минус ебало, а ты улыбаешься, долбоёб. В принципе, это все скиллы этого стенда. Теперь покажу тебе по-быстрому build and go to PvP. Кстати, меня многие просили показать свои билды на, блять, вот это вот, как плаг, да? Короче, пистрайк я, если что, перебинжу на N. Вот это я не перебинжу, вот это на M. Это, короче, Barret Strike. И, в принципе, вот это я перебинжу на H. Это все мои бинды, которые я ставлю на плаг. Больше я ничего не перебинживаю, вот абсолютно ничего. На этом все. В принципе, можем переходить к Колизею. А ну иди сюда, сука, блядь. Короче, комбо, которое я придумал, это вот это. Больше, вроде как, комбо, я don't understand. А чтобы словить противника, я придумал, типа, вот эту тему. Ну, как придумал? Просто буду вязать вот такую тему. Это чтобы словить противника и, в принципе, все. Ладно, теперь точно погнали в Колизей. Ну, ты понял, да? Надеюсь, мне больного не будет, а если будет, то я боль, в принципе, тоже принимаю как основную часть своего тела. Ёбаный твой бабобаный, блядь. Ну, ладно, это прикольно. У меня, кстати, тут пинки бежит, давай даже глянем. 200. 250, ну, о. Ха! Лошара, ебать! Лошарик! Ну, я ему могу только так урон наносить. Типа шейке, это все, что я могу. А как выкинуть его, ты помнишь? На игрик. Я ему дал попить, блять. Представь, что я сделал, я ему дал попить. Я ему дал воды попить, ты понял? Блять, а на какую кнопку вытягивать? Я что-то притупил и забыл глянуть. Типа
шейк. Типа, я знаю, что такое шейк, но я не знаю, как... Знаешь что, блядь? Уёбок. Как? Как? Так, это я съебу, да? Так, это я съебался. Так, джишка. Это Turtle Form. А, X, по-моему, да? Блядь, в смысле, две Turtle Form, что ли? Чего, блядь? А, это... Блядь, я... Иди нахуй, слышишь, я разбираюсь, а ты меня пиздишь. Я говорю, не помню, как я... А, все, я вспомнил. Тебе пизда, кстати. А, попал. Сейчас он стрельнет под себя. Ладно, не стрельнул. Ну, стреляю же под себя, ёханый твой бой. Я же жду. Ладно, он что-то тупит. Сюда, блядь. Я сейчас могу его выкинуть и въебать, смотри. Сейчас у меня кинда перезарядится, нужно успевать перезарядиться, правильно? Смотри. А, сейчас. Сюда. Йоу! А, нельзя уже? Пофиксили эту тему? Блядь. Ну, а нахуй его... А нахуя вы такое делаете, типа? Мало ли то, мало того, то, что ключ и так был, ну, не сильно сильным стендом. Так вы еще пофиксили такое а-ля комбо, типа. Ну ладно, блядь, ваше дело. Смотри. Где... Блядь, надо было на месте стоять, вот я уебан. Да я долбоёб, блядь. Мне, конечно, овощ попался. Который ранят от ключа, блядь. Но... Ну как овощ, ладно, неопытный игрок, не будем вызываться, правильно же. Ну по себя стреляй, ёханый бабай. Ну что он, что ты делаешь? Ну что ты делаешь? Ну почему ты убегаешь? Я ключ обычный, нихуя не умеющий. Возьми меня в брейдж, and I died. Под себя? Динна. Блять, это было обидно. Мне вот это не понравилось. Сука, ну что ты делаешь? Ну боже, был бы ты человеком нахуй. Стреляй по себя! Или... Гнида, блять! Он еще и мантит умеет, все равно ранит, блять. Лох, соси. И чё теперь ты сделаешь? На, подарок. Да какой хил, блядь? Какой сугуда? Пососи пися. Пососи пися, да. Так. Сейчас нужно что-то грамотное придумать, потому что... Если я сейчас не придумаю грамотное, то я нанесу ему очень мало урона. Смотри. Если сразу киндапить нельзя, то мы сделаем вот так. Вот так. Киндап, сука, как ты долго регенишься, блядь. Ну почему он так долго регенится? Ну из этого в пизде, блядь. Сбили. Так, только не бараш мне, окей, да? Заварда, блядь. И похуй то, что я не на Заварда. Да какой хил, блядь? Да какой хил, блядь? Да какой хил, блядь? Не понимаю. Нужно, кстати, с плаком бегать, я что-то тупанул. Ну хотя бы раз его заебашь-то надо, но он мне, конечно, ничего не снес. Так, смотри, киндапаем его сюда. Делаем вот такой вот прикол. О, он еще хилис там стоит. Вот ты чё, гнида, падла. Да ебать! Ну, это уже было нечестно как-то. Алло? Ах ты ж, сучка. Умная типа, да? Под себя. Нет? А типа дамаг. Спасибо. Ну, а я его один раз добил. Сука, еще неприятно с таким питгом играть. Конечно, я его побеждаю, но... Просто некомфортно как-то, знаешь, типа... Фух, хех. А, ладно. От себя? Да ты заебал, что ты делаешь? Мальчик, красавчик! Ах, ты ж уебан, блядь! Я настолько раз... Он не знает, как это комбо, что ли? Ладно, мне максимально овощ попался, на самом деле. Я-то думал, он хоть что-то understand, а он прям вообще don't understand what he doing in this game. Поэтому иди сюда. А в смысле? Я стенд убрал? Молодец. Блять! Ну как, блять, мне играть нахуй? Пошел нахуй. Какие там еще скиллы есть? Вот такой есть, да? Ха-ха, я промазал. Пошел нахуй. Никакого хила. Надо было хамон брать, кстати, урона было бы больше. Но знаешь, связка с хамоном уже всех заебала. Я это знаю, поэтому никакого хамона я и не брал. В принципе, логично, почему? Педрило! Ин Антонио Бендеро, хуело! Как? Почему он сбивается этот скилл, блядь?
Почему вы сделали этот скилл, который... Блять, Узу ебан. Почему Ешка сбивается? Почему? Не, ну это уже маразм какой-то ебаный. По-моему, это уже нечестно максимально. Заебал. Заебал ранить. Отключа ранить. Блять, ну гений нахуй. Ну гений, гения всегда не понимали, гениев. Ну сука, этого гения я вообще don't understand, что он делает. Я, может, он не гений, он долбоёб. Кликаем, короче, да, вот сюда. Потому что как-то грамотно, типа, на сука. А ну выбирайся теперь, как... Ха, лох. Сидеть на месте. Ладно, я его так добью, типа, пусть не выёбывается. Нехуй ранить от меня, потому что если ты ранишь от меня, то ты ранишь... От своей судьбы, как мы знаем, не убежишь. И да! Он не убежал от своей судьбы. Он взяли 11-0. Судьба его настигла, короче. Спасибо за бой. Next fight, блять, та же карта. Ну, мне она не нравится по цветокору этому вашему. Опа, нихуя. Это абонемент. Абонемент куда? Правильно, в мою комнату. Привет, там попей, посиди, похавай. Ну, хотя хавать там нихуя, все съел. Ну, посиди тогда просто, не выёбывайся просто, и все. Все, что от тебя требуется, не выёбываться. Смотри, делаем вот так. Эу! Ладно, мне еще какой-то инвалид попался, блядь. Дайте мне чела, который там, у которого там, блядь, не знаю, твох нахуй. СП там тот же, да, King Crimson. Хотя вроде King Crimson Dragon сейчас не такой жесткий, но... Хотя нет, он жесткий просто, он всех заебал, и его теперь мало кто юзает. В принципе, я понимаю, почему. Потому что с этим раньше все играли, как из-за твоха. Поэтому мало кто сейчас юзает. Но это одни из самых сильных стендов в игре. Ну, по мнению, конечно, общества. Он сдох. А, он даже от первой тычки сдох. Ну, ладно. Да не пизди. А вот сейчас я не понял. Или понял. Что, это второй гений, да, что ли? А, больно, блядь, заебал, урод. У меня стоп-лист. Сука, пиздец. Я из этой карты не вижу нахуй... Людей, блядь, не вижу, понимаешь? Их не хитбоксы, которые я должен видеть. Не, ну ты ебанутый, вообще псих. Думал, R-ку прожмёшь, а ты нихуя не прожал. Ну ладно. Ты кинул ножи, что тебя и погубило. Поэтому, да, пизда. Бамс. Сейчас будем тягивать его. Тягуем. Юзаем вот эту тему. Какой, блядь! Какой дэш, ёбаный в рот! Ну какой дэш, Андрей? О! Погоди, чё, так мало скиллов? Я прав, блядь! Я забыл про ещё один скилл. Ёбаный твой рот. И ну ты ранишь уже не по-пацански ты это делаешь. Все, ты должен умереть вроде. И по-пацански ты как-то ранишь от меня, потому что, блядь, против... Ну, отключай, убегать, ну, посмотри, что я тебе могу сделать, ара. Ну, я же вообще этот, ну, никто, по сути, тебя вытягивает, да? Сейчас труп вытяну его. Ну, да, он сдох. Ну, значит, все. Победа, получается, вторая. Надеюсь, я все катки выиграю, но хотя... Против опытного человека я могу и пососать. Спасибо за бой. Иди нахуй, 10x. Прекрасный никнейм, чтобы пойти в коллектив и начать с вами Юрбизер Адвенчер. Блять, обратно зуру. Ну ладно, поехали, братанчик. If you want, блять. Опа, поудобнее сяду, ты не против? Ну, конечно, ты не против. Начинаем его кликать, говорю. Спамить ударами жестко, боебал ему, бэм-бэм. Теперь делаем вот так вот и... Заварда, придурок, нахуй! За... Ты гнида! Падла! Сейчас ноги или БРК, ноги или БРК. Блять, РК, а чё я такой долбоёб, не скажешь? Ладно, спасибо. Спасибо. Воу-воу-воу. Тайдин. В смысле? Как выйти? Сука! Это падла! За что? Бля, хули так быстро речи набился, он баражит, блядь, здесь. Он гений. А типа блок не работает, ты хочешь сказать? Да ты заебал! Как тебя словить? Ладно. 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 Опа. Кого это мы поймали? Ой-ой. Мальчик! Как там, блядь, золотой зайчик? Что? Я не знаю. А, мальчик-красавчик, точно. Блять, совсем не с того начал.
А, ладно. You're so cool. Блять, ну конечно же, ключики все so cool. Парень, если ты знаешь ключик, вот зритель, который ты сейчас смотришь, то ты реально so cool. Потому что лишь маленький шанс людей, которые за этого и выиграют вообще в Колизее, даже против таких, как они, победа считается достойной, мне кажется, в любом случае. Вот так вот как-то это работает. Кстати, по-моему, киндап, вот этот скилл, который засовывает тебя в комнату, он пешеблокается, насколько я помню. Если же нет, уже. Это заебись. А если до сих пор да, то Узу пошел нахуй. Мое уважение к тебе минус 250. А, что там? Проблемы, да, с головой у тебя? Ну, это ладно. Этот человек что-то вообще не пытается что-то мне как-то сделать. Все люди хотя бы ранили, а он что-то на месте стоит. Ну, по-моему, я его убил. Если... Да, я его убил. Написал? GG. Ну, тут я уже могу согласиться, но обратно же. Никакого GG. Спасибо за бой. Мне тот же парень попался, и я ему написал мотивирующие слова, чтобы он не сдавался, поэтому... Поэтому да. Он делает плохо, поэтому... Поэтому я уж сдамся. И отдам ему победу, потому что адекватный игрок в Вибе это очень редко. Тот же человек попался, и он захотел подраться со мной, поэтому... Я аж этот, ну не отказываю людям. Блять, третий раз подряд, кстати, у меня такое впервые. Что мне люди попадают... Блять, люди попадают с третий раз подряд, это... Ебать! Кто я нахуй? Меня Шандрит зовут вроде, да? А, кстати, он догадался меня этот... Как... Погоди, у меня же такой скилл, если я про него забыл. Он догадался, как меня теперь контрить, походу. Ну ладно. Скилл его игры прокачаем по любасу после этого боя. Он будет очень крутым игроком, я в этом уверен. Ну, покуда мы полетели. Самолет Виби, да? Так, ну пока что я его словил в комнату, это заебись. Обратно же, на моей памяти киндап першблокается. Ну, что-то никто его еще не першблокнул за все это время, как я играю. Ну, может, мне просто везет. Я придумал, что мне делать с этим, кстати. Когда я достаю человека с комнаты, нужно сразу вязать блицстрайк. Это будет намного эффективнее. Поэтому да. Поэтому да. Ну, если сейчас у него будет мало хп, я ему все равно победу дам. По сути, цель Колизея была выполнена, я его победил, но для победы ему требуется что? Правильно, победа. Ну, по сути, в моральном плане я победил, в физическом вернее, а в моральном он победит. Поэтому я ему победу дам все равно, даже если у него сейчас хп, сколько там будет. Блять, я проебался. Блять, ну тут я тоже проебался, ну ладно, не обидно. Мне лично похуй, потому что победа все равно его будет. Так, сколько у него там хп? Ладно, ловим. Блять, здесь я его не убил. Блять, живи. Нет, блять, ты живой? Поебал. О, живой, блять. Фу, нахуй, я уже испугался. Спасибо, то, что сражаешься, ёбаный в рот. Попадается уже не тот человек. Ну, и заебись. Короче, что я хотел сказать. У меня же остался последний стенд, за который я хочу сыграть. Это Scary Monsters. Триггеровать я уже ничего вроде не планировал. О, Silver Sheriff. Кстати, мне, возможно, пизда. Ну, это обратно же возможно. Если он сейчас умеет делать, он... О, он боксер. Либо не боксер, хуй знает. Так вот, последняя игра... Ой, последний стенд остался... И потом пойдет в расход мои идеи, которые всего 15 штук накопилось, или 14, я уже на самом деле не сильно помню. Попал. Блять, думал, не попаду. Ебать, ему сношу урона, блять, нихуя! А, ну это все, это, наверное, это все, на это я, наверное, наигрался. Потому что урона у него. Ну, я ему нихуя не сношу. Ты че такой охуевший, блять? Надо отойти, сейчас я снес свою куколку вот эту, да? Опа. Ну, в принципе, читаемо было. Лови прикол. Не хочешь прикол? Ну ладно. Ёбаный... А где дэш? Блядь. Нет, блядь! Не хочу я умирать! Меня за Андрей так-то зовут. А почему? Так, хотя бы так его взял в этот... Да. Так. Андрей меня зовут, да, если что, если не знал, да, Агуша, Андрюша, все дела. Блять, привезти что-то не знаю, которое крутое. У меня надежда есть на то, что он лемнет, потому что его заебет драться со мной. Но, блять, я ему нихуя не сношу, сука! Он вампир или кто? Угу. Ключик заебись. Пизда мне. Кто ты? Покажи свой стайл. Стайл, покажи свой, блять!
почему он ставил свой не заяц? Он комплексует, что ли? Ой. Что? Да ёбаный твой рот. Ара, ты чё, блядь? Заебал. Что у него заставил? Почему так мало шансов? Ну что, ну полюбаться же бокс, блядь. Только что он его не применяет никак. Почему ты его не применяешь никак? Но это уже для меня остается закрытым вопросом. Ну, интересно, пиздец. Он хилится стоит, вот ёбок. Кто разрешал хилиться, вопрос. А, у него даже старый не качан, чтобы ты понимал, поэтому... Но обратно же, катка на 3 года. А, нахуй я это проебал? Хуй знает. Катка на 3 года, полюбасу. Пока кто-то из нас не умрет, либо... Ну, блять, у меня за одну комбо фул ебало практически сносит, поэтому... Скорее всего, я умру, но у него может выдержки не хватить. Я его просто возьму, так захуярю. Да ёбаный охуевший, блять. Заебал. Ну реально, парень. Ну вот ты чисто так по-тихому... Ну сдохнешь, типа, да? Пизда мне. Пизда мне. Ах, сука, как же мне больно, блядь. Что заставил, скажи, пожалуйста. Ну, пожалуйста, за что заставил? Мне пизда. Все, давай. Блядь, ну давай, хули, ты чё, я боюсь тебя, блядь? Я таких, как ты, нахуй, на завтрак ем, блядь. Ты шо по файну? Ну, блядь, ну это уже какой-то пиздец, кринж. Юба, проснись, нахуй. Да какой... Пиздец. Ну нахуй ты меня баражишь, вот зачем, блядь? Я живой? Я ж... Уебан! Чё ты делаешь? Чё ты делаешь? Сука, ну после этого тебе ебало снесут, и уже лишнее. Это было лишнее. Это было лишнее, мне кажется. После этого ты сейчас пизды получишь. Блять, ну не я же. Ну не я же пизды получу, а он, блять! Ну не я, блять, нет! 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 Нет, сука, не получу тебя пизды никогда, уебан, сдохни. Нет, не получу, не буду. Нет, 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 ничего. Сейчас все поведет по моему плану, не ссыте. Все у меня под контролем, если что. Сейчас будет и камбэк, там, и въебало тебе шбэк, блять. Сейчас все будет это. Гнида пошел нахуй, сука, не трогай меня своими грязными пальцами, блядь, своими лезвием обосраны, понял? Не смей меня трогать, блядь. Я обезьяна, чё, вопросы? Нахуй пошел, блядь. Ну я ему пиздец мало сношу, мне это не нравится. У него бокс полюбас, так что он его никак не вязает. Возможно, он специально скиллы типа не вкачивал. Но мне неизвестно, поэтому иди сюда. Блять, это ёбаный в рот. А пошел нахуй. Я же знал, это, что ты ждешь, чтобы уяснуть свой пидорский говноскил. Сюда, блять! Никакого баража прям в мою смену, блять, сегодня и не завтра, понимаешь? Давай, кликай его. Ой, ну нажимай кнопку, да, хуярим. Бамс. Ладно, достаем. Кого ты там баражишь, блять? Ёбаный... Творотас! О, хорошо. Ну, это мне повезло просто, понимаешь? Ну, это ладно, мне не повезло. А чё с КП у нас? А чё с ебалом? А? Я спрашиваю, что с еблом, блядь? Ты глухой, нахуй? Ответь мне на один вопрос. Что с еблом, блядь? Алё, нахуй? Чё такое там? Канат над ком ты там, блядь, вот так делал? Сейчас ты умрёшь, я так же сделаю, ты чё думаешь? Хотя ладно, не сделаю. Зло на зло отвечать нельзя. Ну, вернее, это плохо. Вообще так делают только низкие люди, павшие. Ой. И что я пошутил? Я пошутил! Все нормально, блядь. Ну, у нас все привычно. Оп. Ага, наебали лоха. Ладно. Только не бей, пожалуйста, ок. Не бей, пожалуйста, блядь! А. Да какой скилл из дуди, я не знаю. Эх ты ж, ёбок ебаный. На, сука, подохни, блядь. Все, хилимся. Он полюбался, сдох, у него там хп не было. Так, ну, ждем, пока он появится или не сдох. Погоди, на всякий случай чисто так. Алло? Ну нет, ну нет, ну нет, блядь. Вы серьезно? Не сдох интернет? Ну, блядь!
Поехали, поехали. Блять, обратно моя нелюбимая карта. Лёш, ты мне... Лёш, блядь. А, Даш. Блядь, иди нахуй, всё, ты меня заебал, Лёха. Лёха. Я что-то хотел песню тебе спеть, а ты как-то, ну, Лёх, себя ведёшь, ну, не... Не по-пацански, Лёш! Лёш, не по-пацански... О, ты ещё застрял, кстати, теперь я его не буду вытягивать, потому что ты пидорасталск. И, походу, играть не что-то умеет. Кстати, что, по пингу у меня 100. Хотя, не 100, нихуя, по-моему, ну, ладно. Юба говорит 100, значит, будет, допустим, 100. Блять, ты хоть как-то обороняться собираешься, Лёш? А то я тебя такими темпами просто закиндаплю. Ну, типа, реально. Давай, блять. Достаем. И... Абараж. Ебать, мне повезло снова. Лёш, ну это уже... вина Юбы, блядь. Это уже не твоя вина. Играть умеешь. Я его похилил, блядь. Это жесть доброй воли. Опа. А, Лёш, не то ты делаешь, Лёш. Лёш, ну это пиздец. У нас бой каких-то, блядь, знаешь. Типа стоишь на месте, просто блокаешь его и все. А что-то там пытается, Лёша. Ну, Лёш. Я понимаю. Я тебя понимаю. И я тебя буду понимать, но, Лёш, это уже пиздец. Ты ни разу по мне не попал, Лёха. Лёха, это пиздец. Сколько раз ты по мне пытаешься попасть, но Лёха не попадает. Ну ладно. Лёх, всё нормально. Лёх устал, да. Я понимаю то, что усталость всё-таки бывает. Мы все люди. Я его убил, что ли? А, он ресетнулся. Лёх, ты мне лох или не лох? Без головы, Лёх. Ну ты ебанутый, конечно, ну вообще наебашенный. Ну ладно, как бы вот такое видео получилось. Благодарю тебя за то, что досмотрел до конца, потому что малое количество зрителей может это только сделать. Как всегда, подписывайся, очень жду лайков, потому что, ну, блядь, лайки, чё там, нажал одну кнопочку, бэмс, так, блядь, и всё, заебись, нахуй, пол интернета стёр. Короче, жду от тебя лайков, потому что в последнее время ты мало проявляешь активности, я это замечаю, но оно мне не надо, и тебе тоже, короче, лайки ставь, я верю, если есть нет, то по жопе тебе, конечно, ну, дам. А, скоро что-то будет новое, как только я сниму все идеи. Знаю, заебала Юба, но ничего с этим поделать пока что не могу. Все равно скоро будут изменения. Как скоро? Не знаю. Но они будут в этом, я уверен. Сайонара, аригато, там все дела. Аригато дозаймас. Дозаймас аригато, короче. До скорых встреч.